Всем привет! Уважаемые зрители, мы просим убрать от экрана особо доверчивых детей и людей с высшим биологическим образованием. Связь, которую мы собираемся проследить, не имеет никакой научной основы. Итак, знакомьтесь. Выхухоль, она же хахуля, и сайгак, или сайга. Что у них общего? Хахуля – маленькая скрытная зверушка, довольно привередливая в еде, которая большую часть жизни проводит под водой. Сайгак, напротив, дитя солнца. Живет большими стадами в степях и полупустынях. Там, где дожди – редкая роскошь. Сайгак ест практически все, включая ядовитые для других животных растения. Но сейчас мы вам докажем, что связь в природе можно найти даже там, где ее нет. –